видеть. Привет. О-хо-хо, неплохо. Это все. По рукам. Ладно, до скорого. Что тебе нужно? Зайду попозже. Привет. Думал, что ты так зачастишь сюда. Как жизнь? Твой байк можно улучшить. Буду ждать. Не-не, я еще кое-что поищу. Давай, увидимся. Бухарь. Не сплю, но я сейчас туго соображаю. В общем, я поехал к Separation Med. Коуп сказал, тут лагерь упокоителей. Что, так далеко на севере? Да, слушай, что с ними такое творится? ЛК сказал, они нас ищут. За нас назначена награда. Какого черта? Как такое возможно? В смысле, я, конечно, их много перебил, но всегда за дело, когда они сами лезут. Насколько я помню. Ну вот и я так подумал. Упокоители. Конец связи. Это люди! Заходим сзади! У нас подождем! Да? Все будет! Обходим его! Вперед! Ах ты, гребаный упокоитель! Вот тебе твой путь! Прикончить, ублюдка! Прикончить! Что вы тут делаете, а? Меня ищете? Давай, ну вот он! Сраный упокоитель! Кучка психопатов! Что вы тут забыли, а?
обидели моего брата. Вы в курсе? Теперь я обижу вас. Отлично. Выходи! Ты потерян. Но ты будешь... Я ранен! Он убил нашего! Коуп, все готово. Местные упокоители больше никому не помешают. О, Сент-Джон, это хорошая новость. Я тут как-то говорил с Мэнни и с другими. Знаю, ты много сделал для лагеря. Я просто хотел сказать спасибо. Конец связи. Тебя на колени, но не бойся боли. Ты поймешь, что боль — это твой главный.
Вик, слышишь? Нашел лагерь упокоителей? Да, Бухарь, нашел. Думаешь, они здесь нас искали? Не знаю, Бухарь. Некогда было спросить, они мне пытались глаза выколоть. Прости, брат, надо было ехать. Да, ничего. Отбой. Дикон Сент-Джон, слышишь меня? Это Peaceful Lake, у нас для тебя работа. Копленд, ладно, я к вам заеду, отбой. Еще один трофей. Найду тебе применение. Канистра. Вот порядок. Ничего ужасного. Продержится. Вот так тебе! Thank you.
продержится. Лезь под колеса! Черт! Еще трофеи. Угомонись! Yeah.
чтоб ты сдох! Да. Можно что-нибудь смастерить. Господи, вот это замес. Но, может, найдется у них тут что стоящее. Канистра. Что это? Ugh.
Ничего ужасного. Поехали. Черт, только бы не увидели. Привет. Там кто-то был. Ну, лезь уже. Сколько намадов мы за сегодня Черт, кто-то попался. Помогите! Мне нужна помощь! Тихо, тихо, тихо. Все хорошо. Эй, слушай. Водище, тебя загрызут. Я знаю один лагерь. Нет, нет. Где? Где? Я пойду.
Иди к Lost Lake. Спроси Рики Патил. Она тебя впустит. Спасибо большое. Я думал, что тут и умру. Скажи, это был Дикон. Они поймут. Смотри, чтобы тебя не заметили. Не знаешь, как починить? Рики, ты сказала, есть работа? Привет, Дик. Да. Помнишь Шейна Райли? Все звали его Рыжий. Рыжий Райли? Впервые слышу. Но дай угадаю, он рыжий. Что? Ты о волосах? Нет, дело в сапогах. Он носил сапоги из змеиной кожи кошмарного кирпичного цвета. Зрелище было то еще. Да уж. В общем, когда-то он ходил для нас на вылазки, а однажды вдруг решил, что лагерь платит ему мало. И тогда он взял и убил Линдси Фуллер. Кого? Линдси. Работала с припасами до Блэр. Подожди, он убил безоружную женщину?
Да, она была вооружена, только не ожидала, что он выстрелит ей в лицо. Представляешь? В общем, рыжий ее убил, забрал все припасы и смылся. Больше его не видели. Вот он, ублюдок. А теперь вот засекли. Обосновался с друганами в компайнер. Можешь не продолжать. Я очень не люблю... Когда убивают безоружных женщин, я знаю. И знаю, что ты не откажешься. Да, короче, я разберусь. Что еще о нем известно? Немногое. А, погоди, он жует табак. Говорят, он настолько это любит, что разворачивает бычки, вытаскивает табак и жует. А, мерзость какая. Еще один повод его убить. Ага, но будь осторожен, Дик. Запчасти для байка. Здорово, как жизнь? Да, это хорошая вещь. Прослужит долго. Я заправлю. Я все сделаю. Лады. Пока, Дик. Привет. Я просто смотрю. Я что-то видел. Фредди.
Это что, все? Давайте, посильнее! Ну же! Да, за ним! Фрики! Убить его! Упал! Кого-то ранили! Выходи! Граната! Завалил. Свежее мясо. Рики, я в компании, Ры. Тут просто бойня. Рассказывай, там есть наши ребята? Нет, вряд ли. Похоже, они зачищают фриков. Не волнуйся, я его найду. Фрики!
Нет, вряд ли. Похоже, они зачищают фриков. Не волнуйся, я его найду. Отбой. Вот ты где! Это люди! Сукин сын! Ладно, рыжий, где ты прячешься? Шакалы. Они убивают шакалов. Так, что это? Так, да, да, окурки, да. Пригодится. Следы. Фриканы! Эй, фрики! Фрики! Огонь! Ну что там у нас? Вроде все нормально. Мерзкий же ты говнюк. Двигай! Еще следы ведут сюда. Так, а здесь что? Thank you.
снова следы. Это что было? Фрики! Черт! Фрики! Класс, моча, господи. Ну, надо, значит, мертвый. Там люди! Мародеры! ты печешься? Да стой ты смирно!
комбайнер, и тут просто бойня. Рассказывай, там есть наши ребята?